Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня четвертый урок из серии музыкальной гармонии. И, судя по первым нотам, которые я сыграл, вы, наверное, догадались, что сегодня речь пойдет о блюзе. Блюз — это совершенно особая музыкальная культура, которая имеет свои совершенно особенные, извините за тавтологию, особенности в музыке, но которые нужно тоже очень правильно понимать. И сейчас, перед тем, как я вам расскажу об этих простых вещах, я расскажу вообще, откуда взялся блюз, из того, что мы прекрасно знаем из истории развития музыки. Ну, во-первых, эта музыка возникла на американском континенте, принесли ее чернокожие люди, которые в тот момент, которые попали на этот континент в качестве рабов. Попали они из разных мест Африки, но это не важно. Главное, что эти люди принесли на американский континент совершенно особую свою музыкальную культуру, свою музыкальную эстетику. Эта музыкальная эстетика, конечно же, отличалась от академической музыкальной эстетики, которая была в тот момент хорошо знакома и развита в европейской музыкальной культуре, собственно, у тех людей, кто были рабовладельцами. Вот. Но что могли слушать афроамериканцы, так их сейчас называют? Они могли слышать что-то такое несложное, какую-то популярную музыку. А если популярная музыка, то значит она состояла из каких-то несложных гармонических последовательностей. Чаще всего это были те же самые чередования тоник, субдоминант и доминант в чистом виде. Такие вот полечки или какая-то другая музыка. Вот. И чернокожие люди, те, кто имели музыкальные какие-то наклонности, воспринимали это. Воспринимали это, запоминали, изучали эти аккорды, играли их на каких-то простых инструментах, которые могли достать, ну, гитары, либо какой-то банджо, конечно, рояля у них не было. Вот. Но вместе с этим они совершенно четко представляли свою собственную мелодическую ладовую структуру музыки. Я где-то слышал такую историю, что какого-то чернокожего музыканта в первый раз посадили за вот, нормально известный нам академически хорошо темперированный, говоря теоретическим языком, инструмент, и он, разделив кварту пополам на квинту, сказал, что это все очень хорошо, потому что действительно квинты делят октаву пополам с точки зрения частоты звука. А дальше он попытался разделить квинту пополам, нажал ноту ми, большую терцию, третью ступень. Она ему не очень понравилась. Потом нажал ноту ми бемоль, минус третью ступень. Она ему тоже не понравилась. И он сказал, знаете, эти обе ноты неправильные, потому что правильная нота находится где-то посередине. И действительно, если квинту разделить пополам в частотном диапазоне, то будет какая-то нота промежуточная. Вот этот вот блюзовый тон, такая блю-нота, вот она и является характерной блюзовой нотой для блюза. И поскольку сыграть ее нельзя, во всяком случае, на хроматическом инструменте, ее можно исполнить вокалом, голосом, и они это делают. Поэтому, как мы говорим, черный вокал отличается от белого вот именно вот этими тончайшей разницей в исполнении этой блюзовой ноты. Или можно сыграть ее на гитаре, сделав какую-то своеобразную подтяжку. Либо можно найти какой-то аналог. И вот поиск этого музыкального аналога и создал музыкальную культуру, которая стала называться блюзом. А блюз, в отличие от традиционных академических форм, имеет 12-тактовую основу. У этого тоже есть своеобразное объяснение. Трехстишие рабочих песен создавала 12-тактовую форму, и на основе этой 12-тактовой формы возникали блюзы. Итак, значит, в основе блюзовой гармонии лежит обычные три функции: тоника, субдоминанта и доминанта, но за счет создания, конструирования аналогов эти функции очень интересно выражены. Если в академической гармонии только доминанта выражается доминант септаккордом,
то в блюзе все три функции, и тоника, и субдоминанта, выделяется доминанта автоаккордом. Это вот такой вот музыкальный нонсенс. Тоника, но она выражена доминанта автоаккордом. Субдоминанта, но она тоже выражена доминанта автоаккордом. Тоника, опять тоника. Сейчас будет субдоминанта, два такта. Это я вам исполняю. Самый простой, самый архаичный блюз. Вот мы опять вернулись в тонику. Сейчас будет доминанта. Доминант септаккорд. Субдоминанта. Тоже доминант септаккорд. Опять тоника. И опять субдоминанта. И опять доминанта. Вот такая вот интересная вещь. Конечно, в более поздних формах блюзов могли встречаться совершенно сложное там отклонение. Но это не важно. Это уже гармонические инновации будущих периодов. Но архаический блюз состоит всего из трех функций и из трех доминантовых септ-аккордов. Что же с этим делать? Как же научиться играть блюз? Как понять, как он играется? Ну, во-первых, нужно запомнить эту несложную гармоническую сетку. Потом нужно понять, и это вообще нам пригодится в будущем, что для выражения доминант септаккорда достаточно использования только ключевых двух нот. Третьей ступени, которая показывает, что это аккорд мажорный, и седьмой низкой ступени, которая показывает, что этот малый мажорный септаккорд или доминант септаккорд. Вот совершенно достаточно вместо каждого аккорда использовать вот эти два звука, которые вместе составляют тритон, и аккомпанировать только ими. Смотрите, как будет получаться. Вот, этого достаточно, чтобы обыграть до мажор тонический аккорд. Вот этого достаточно, чтобы обыграть субдоминантовый аккорд. И вот этого достаточно, чтобы обыграть доминантовый аккорд. Тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Три тритона. Смотрите. Раз, два, три, четыре. Субдоминанта, тоника. Субдоминанта. Тоника. Доминанта. Субдоминанта. Тоника. И опять доминанта. Вот он весь 12-тактовый форма. Что же нужно для того, чтобы играть какую-то внятную мелодическую линию? Ну, понятно, что если все три аккорда являются доминант септаккордами, малым мажорным септаккордами, то основу каждого лада составляет три микслидийских гаммы. Микслидийская гамма, мы помним, отличается от натурального мажора тем, что седьмая ступень там низкая. Вот эта гамма в до мажоре, и вот они, ключевые ступени. Вот эта гамма в субдоминантовом исполнении. Вот она, седьмая низкая ступень. Если бы была низкий лад, то в фа-мажоре был бы только один. Ну и, собственно, вот она основа микслидийского лада, все белые от ноты соль. И в каждом этом ладу, еще раз, есть основные ключевые ступени. Вот. И в соль. Третья и седьмая. Вот исполняя такие несложные фразы, просто обыгрывая как-то ключевые ступени малых мажорных септаккордов, уже можно получить такое характерное звучание. Если мы хотим разнообразить, то тут, конечно, нужно поковыряться с самим микслидийским ладом, что очень любили делать рок-н-ролльщики. Вот если мы просто поиграем какие-то комбинации по ступеням этого лада,
какие-то будут удачные, какие-то будут менее удачные. Вот именно это и делали рок-н-ролльщики 50-х годов, когда создавали новую музыку, которая потом стала называться Rhythm and Blues. А после этого белые предприимчивые люди назвали ее рок-н-роллом. То есть это все комбинации миксолидийских ладов. Я не играю ничего такого особенного, сверхизящного, но вы сами можете это все найти. А если не найти, то слушая, например, там, каких-то композиторов рок-н-ролла, вы хотя бы будете понимать, о чем идет речь. То есть это обыгрывание микселидийских ладов. Ну или так вышло, что нашлась одна универсальная гамма, которая идеально подходит для обыгрывания каждой функции. И эта гамма, которую так и назвали блюзовая гамма, на самом деле является небольшим таким развитием обычной минорной пентатоники. Минорная пентатоника, как известно, состоит из первой ступени, треть, минус третий, четвертый, пятый и минус седьмой. Ну, давайте просто запомним вот эти пять нот. И этой пентатоникой можно, в принципе, решить вопрос, обыграв весь блюз. В рок-музыке же очень много блюза, и поэтому пентатоника решала очень много гармонических проблем, в том числе для музыки блюзовой. Не очень эстетично, красиво то, что я сыграл, но главное, что я очень четко использовал эти ноты, и вы понимали, что каждая нота к каждому аккорду подходит. Теперь к этой минорной пентатонике мы добавим всего одну ноту. Ноту, которая стоит между четвертой и пятой. Вот этот вот хитрый вот блюзовый тон. И получится блюзовая гамма. Первая, минус третья, четвертая, плюс четвертая, пятая, минус седьмая. И вот если мы в импровизации будем использовать эту вот промежуточную ноту, характер блюзового звучания будет более ярким. Вот я сейчас играл мелодическую линию, только используя блюзовую гамму. Таким образом, что находится в вашем арсенале? В вашем арсенале находятся три миксолидийских лада, в которых есть ключевые ступени аккордов. У вас есть минорная пентатоника или более сложный вариант этой гаммы, блюзовая гамма. Вот комбинация трех этих вещей, трех этих ладов, даст вам огромное количество пищи для того, чтобы правильно исполнять блюз с точки зрения нот, которые там используются. А ритмики мы на этих уроках не разговариваем. Thank you.
Спасибо вам. До новых встреч.